Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор и тестирование посылочки от компании Мансе. Это отечественный производитель, московский, так сказать, бренд, у которого есть собственная лаборатория, которая оснащена просто крутыми технологиями, и в создании косметических продуктов Мансе используются ингредиенты различных мировых брендов, то есть сотрудничество, да, с Японией, Швейцарией, Бельгией, Францией, Бразилией. В общем, это классный люксовый уход. Сейчас будем с вами все распаковывать, тестировать и пробовать. Вот в таком виде пришла мне посылка. Здесь даже есть указано на бирочке, да, что это хрупкое. Это здорово, чтобы, наверное, посылками не бросались, да. Вот так мы ее, наверное, перевернем. Судя по ленте, да, Мансе, коробка должна у нас стоять вот так. И сейчас будем открывать. Так, разрежем ее тут и открываем. Ну, я, как всегда, открыла не с той стороны, называется. Так, первое, что вижу, девчонки, это шампунь. Шампунь корректирующий и к нему бальзамчик. Так, дальше. Это у нас себум, корректирующий лосьон для лица. Вот так он выглядит. Следующий продукт, смотрите, все запаковано. Это так здорово вообще. Лифтинг-крем с фитоэстрогенами из дикого ямса и сои 35+, в слюде. Так, и что у нас тут еще? И... Маска для лица, клеточное обновление, направленность аутофагия, очищение, свежесть, сияние кожи. Супер, тоже в слюде. Здесь у нас большой каталог Мансе, супер вообще, супер. Он такой, смотрите, девчонки, огромный прям. И я так понимаю, это большое количество пробников. Прям их много-много в коробке. Спасибо огромное за это, Мансе. Девчонки, скоро на моем канале будет конкурс. Я обязательно по каждому продукту вложу вам в посылочки. Будут бьюти-посылочки разыгрывать. Вот, но об этом чуть попозже, да? Смотрите, сколько много здесь пробников. Ну, вообще, просто супер. Это вот эта маска Depolution. Так, это у нас что за пробник? Эксфолиант с ферментами из плодов граната для чувствительной кожи. Блин, как здорово. Просто смотрите, получается 5 позиций каждого средства. Крем Aqua Balance 20+. Так, это у нас эксфолиатор с гидрофильными микросферами. Ничего себе вообще для кожи лица. Отлично. И вот было переложено все. В принципе, посылочку можно отложить. Давайте рассмотрим эти продукты поближе. И я их сегодня же все протестирую вместе с вами и расскажу вам, как впечатление. Шампунь у нас корректирующий для жирных и нормальных волос. Формула совершенных волос. Так, что нам пишет производитель? Павы. Без натрия сульфата плюс сапонина конского каштана обеспечивают чистоту волос и кожи головы. Цимен 5-ол, компонент эфирного масла, антимикробное действие. В общем, состав, конечно, очень интересный, девчонки. 250 мл в бутылочке. Вот кому интересно, состав покажу поближе. Немножко отсвечу. Даже шампуньки, девчонки, приходят в слюде. Сейчас распакуем и покажу вам поближе состав. Вот как он выглядит. Основные компоненты. И бальзамчик сейчас посмотрим с вами. Так, давайте по текстуре тоже. Крышечка у нас откручивается. Так. Ой, запах обалденный. Шампунь, я так понимаю, прозрачный, да? И такой густой-густой. Буду пробовать. Дальше бальзам. Он тоже приходит в слюде. Вообще, молодцы, Мансе. В этом плане прям лучше всех. Бальзам корректирующий тоже для нормальных и жирных волос у меня. Здесь уже 150 мл. И у нас здесь гидролизованные белки шелка, экстракт розмарина, тоже цимен 5-ол, масло семян тыквы, плантофлюид Хайер 3 комплекс. В общем, вообще потрясающе. Вот смотрите поближе. И вот состав. Масла вижу в составе. Супер. Он очень экономичный, насколько я знаю, вот способ применения. Две капли размером с жемчужину мы наносим, растираем по ладоням, да, а потом по чистым волосам и смываем водой. Очень экономичный, конечно, расход. Запах тоже очень классный. Такой вот какой-то парфюмированная душка, приятная очень. Люксовой туалетной водички. Сам он, видите, такого белесого цвета и тоже очень густой, вот еле вытекает. Две капельки, это, конечно, супер. Это хватит, наверное, на год такого флакончика. Потрясающе вообще. Так, что у нас следующее? Следующий, давайте посмотрим, себум, корректирующий лосьон с танинами гамомелиса. Это дневной уход для нормальной комбинированной кожи. Такой внушительный флакончик. Кажется, что он металлический, он, наверное, такой и есть, да?
Так, формула лосьона включает два фактора очищения без мыла, ПАФ и спирта, два корректора снижения себума. То есть это вот для тех, у кого сильно жирнится кожа, да, выделяется много подкожного себума, вот этот вот лосьон, мне кажется, должен быть находкой. Нанести лосьон на несколько спонжиков и по массажным линиям лица очистите его. Затем распределите по лицу с помощью пальпирования еще небольшое количество лосьона. Последний можно заморозить кубиками. Так, подождите. Да, последний можно заморозить кубиками и использовать для увеличения тонизирующего эффекта утром после сна. Супер! Супер! Это Москва, девчонки, это отечественный производитель. Вот адрес. Состав. Состав, девчонки. Вот состав. И попробуем. Мне очень не терпится попробовать колпачок. Так. Бутылочка, правда, металлическая, девчонки. Он такого желтенького цвета. Я так понимаю, тоже очень приятно пахнет. Приятная парфюмерная душка. Прям такие ароматы люксовые. Давайте попробуем. Сейчас с вами сразу потестим. Потом будем на лицо уже применять. Вот небольшое количество. На коже он прозрачный. Ой, запах обалденный вообще. Так, дальше. Дальше у нас крем. Лифтинг-крем с фитоэстрогенами из дикого ямса и сои 35+, SPF 15. Это вообще отлично. Плюс АПХ-систем для комбинированной кожи лица. Искусство обновления. Так, лифтинг-крем, способ применения, как и любой крем, состав, девчонки, кому интересно. Подробненько можно нажать на паузу и посмотреть. Так, и справочка по самому продукту. Фитоэстрогены, фильтр, абсорбенты, серумы тоже, АПХ-систем. Это здесь в составе есть белый и черный трюфеля. То есть какой-то экстракт гидролизованный из белых черных трюфелей, девчонки, это ну, вообще просто супер. Корректирует аутофагию, снижение на 13,9% количества поврежденных белков и белка старения, в результате чего улучшается кожа, сияет, разглаживается ее рельеф и тон, замедляется старение. Действие доказано компаниями, смотрите какими, Швейцария, Германия, Италия, Франция. Не тестировано на животных, я знаю, для многих девчонок это тоже важно. И не используются ингредиенты животного происхождения. Тоже можете нажать на паузу, почитать вот эту интересную информацию. И давайте с вами, конечно же, откроем этот кремчик. Кстати, вот эта система, девчонки, подобрана профессионалом, потому что на сайте круглосуточно работают специалисты, которые могут подобрать вам в зависимости от состояния вашей кожи, от возраста, смотрите, как здорово все упаковано, именно те средства, которые подойдут вам. Как бы всегда есть служба поддержки, которая консультанты, которые вам помогут, специалисты в этом вопросе. Вот так вот упакован крем. Вот как выглядит флакончик. Здесь у нас 30 мл. И потрясающе, что есть SPF-фильтр, потому что у нас уже весна, и солнышко начинает. Ну, не весна, скажем так, но она... Так, пытаемся выдавить кремушек. Вот как он выглядит. Ой, аромат классный. Но у него прям не ярко выраженная душка. Если у себума она поярче, то здесь прям вот такая вот еле-еле уловимая. Очень классно. Продукт легкий, легко разносится по коже. То есть я уже вижу сразу, что мою кожу он утяжелять не будет. Он достаточно легкий, да? И тоже, смотрите, расход у него, я думаю, будет минимальный. Он разносится просто потрясающе. Вот этой капельки мне хватит еще, наверное, и на вторую руку. Ощущение мягкости, никакой липкости. Вообще здорово. Будем тестировать сейчас. Так, и теперь у нас масочка. Сроки годности, смотрите, все очень свежее. Маска. Клеточное обновление, направленность аутофагии, очищение, свежесть, сияние кожи. Справочка. Аутофагия – это внутриклеточная динамичная система переработки поврежденных структур клетки до их составляющих. То есть, я так понимаю, это клеточное обновление. То есть, вот наши клетки, которые уже стареют, они обновляются и тормозится процесс этого старения. Гидролизованные экстракты, вулканическая пыль с острова, смотрите, имеет микропористую структуру, что обеспечивает абсорбцию жира, загрязнение нежелательных микробов с поверхности кожи. Действие доказано тоже лабораториями Франции и Южной Кореи. Тоже не тестировано на животных. Искусство обновления кожи, информация, да? И вот способ применения и состав. Тоже можете нажать на паузу и посмотреть. Давайте доставать уже, мне не терпится. Посмотрите на масочку, такие люксовые упаковки. Действительно, все очень прям вот дорого, красиво. 100 мл в самой масочке, на ней уже ничего не написано. Здесь есть лопаточка, прям потрясающе. Это очень удобно, потому что
многие производители не делают, к сожалению, так. Вот так выглядит сама маска. Она очень густая. Я уже это вижу, да? Запах. Запах потрясающий. Тоже какая-то косметическая парфюмерная душка. Ну, прям очень вкусно. Очень вкусно. Я вот такие духи прям хочу. Мне безумно нравится запах. Так, попробуем, девчонки, как она набирается. Вот как выглядит. Такая консистенция. Глинино-кремовая, что ли. Вот. Так, лопаточку я пока здесь оставляю. Пойдемте с вами все тестировать. Так, девчонки, хочется начать с очищения. Давайте попробуем вот этот себум. И посмотрим, снимает ли он макияж. Очень интересно, на самом деле. Ну, мы попробуем. Если не снимает, он для этого не предназначен. То будем применять вот так, как там написано. Нам нужно распределить на два, на несколько, ну, в данном случае два ватных диска. Ну, какой запах классный. Себум. Так. И по массажным линиям написано, очищаем свое лицо. Я сейчас сначала очищу кожу. Ой, какой запах. Потом попробуем макияж с глаз. Запах потрясающий, кстати. Вот. Окрасился, окрасился. Хотя у меня на лице тонального средства нет. Значит, было недоочищено. Так. И давайте попробуем глазки. Чтобы уже не быть голословными. Но макияж с бровей снял идеально, то есть как бы, да? Так, а тушь? Слушайте, снимает. Снимает и тушь. Сейчас я добавлю еще немножко. Это уже высыхают. Так, пробуем тушь. Снимают, девчонки. Ничего себе. Какое универсальное средство. Вообще супер. Убираю остатки. Сейчас возьму еще, наверное, один ватный диск и пройдусь еще разочек. Макияж, кстати, снимают девчонки на раз, два, три. Вообще я удивлена, но на самом флакончике про макияж ни слова. Поэтому, наверное, все-таки я буду сначала использовать обычную мицеллярную воду свою, да, а потом доочищать лицо уже вот этим средством. Так, что у нас дальше? Водой нам, по-моему, смывать потом не нужно. Нам можно небольшое количество лосьона на пальчики. И попальпировать кожу, да, вот так, чтобы ее протонизировать. И знаете, ощущение такое интересное, ни на что не похожее. Лицо действительно очищено до скрипа. И прям, не знаю, оно как-то действительно, что ли, протонизировалось. Упругое такое. Ну, интересное ощущение. Я еще от тоников или эксфолиантов каких-то там такого никогда не чувствовала. Очень интересно. Теперь, девчонки, будем наносить маску. Второй этап у нас. Так, вот она. И будем наносить. Сейчас немножко еще предварительно почитаю, толстым слоем или тонким. На предварительно очищенную кожу лица равномерным слоем нанести маску. Спустя 15-20 минут удалите маску влажным спонжем, затем нанесите увлажняющий крем. Вот крем у нас будет в следующем этапе. Так, давайте равномерным слоем тогда пытаться ее нанести. Лопаточкой это делать очень удобно. Пальцами такой равномерный слой, конечно же, не получится. Вот, девчонки, маска и на лице. Хочу сказать, что расход здесь, ну, не сильно большой, как бы, но и не минимальный, да, если таким плотненьким слоем накладывать. Ну, мне кажется, процедур на 10 должно хватить, ну, на 8 точно. Ну и все, теперь ждем 15-20 минут. Сейчас посмотрим, как она на себе, на лице в процессе поведет, будет ли она застывать и так далее. Пока нет. Девчонки, прошло 20 минут, маска выглядит вот так, она, в принципе, не застывает, местами чуть-чуть подсыхает, да, где потоньше было. А так вот она как бы такая осталась кремовая, это здорово на самом деле. Сейчас будем смывать вот таким вот спонжиком, как написано в инструкции. Девчонки, смыла масочку, и мне кажется, у меня как-то прям вот следы усталости, что ли, с кожи ушли. Лицо выглядит вот таким гладеньким, прям очень гладким, как будто пилинг сделала, вот ей-богу, разглаженным. Подтянутым, вообще здорово. Прям удивительно даже, что после маски может быть такой эффект, потому что обычно такой эффект достигается путем там полирования кожи, либо каких-то кислотных продуктов. Здесь прям, ну, хочется трогать и трогать персик. Давайте теперь наносить крем. Лифтинг-крем у нас. Так, вот как он выглядит. Дозируем и наносим. Как я уже говорила, продукт такой достаточно легкий, но в то же время чувствую сразу питание. Запах. Одно удовольствие. Чувствую, что питать будет кожу.
Это чувствуется. Иногда, знаете, наносите средство, и такое ощущение, что вода впиталась за 3 секунды, как бы, и все. И больше ничего здесь нет. Здесь прям чувствуется, что на лицо какой-то такой питательный продукт наносится, не перегружающий кожу, да, потому что у нас крем для жирной комбинированный. То есть никакой пленки я не чувствую, но я чувствую, что на моем лице работает какое-то средство, что это не просто вода. Я на веки тоже нанесу. Вот так. Вообще здорово. Ощущение очень приятное. Вот уже он начинает впитываться. Но опять, знаете, не исчезает бесследно. То есть он не канул в лету. Эффект какой-то, не знаю, бархатистый, что ли, кожи. Вы знаете, такой прям вот нежный-нежный. Когда я дочку свою трогаю, вот у нее вот такая вот кожа. Не знаю, мне кажется, это круто, девчонки. Пока мое первое впечатление, это прям просто супер. Я очень довольна. Так, сейчас на поры посмотрю в зеркало. Поры вычищены, что ли, наверное, это заслуга и маски, и вот этого себума. То есть они практически, смотрите, незаметны, да? То есть все нормально. Они слегка сужены, а коже хочется действительно прикасаться, прикасаться. Прям вот персик, персик. Супер, девчонки. Я прям пока вот на первое применение я в диком восторге. Это какой-то другой новый уход, ни на что не похожий ранее. Я бы сказала, даже люксовый. Буду тестить дальше. А сейчас, девчонки, пока я помою голову вот этим шампунем, бальзамчиком и вернусь к вам уже красоткой и расскажу про эти средства для волос. Ну вот и все, девчонки, я помыла голову. И что вам хочу сказать конкретно про шампунь и бальзам? Я специально не стала никакую ни смывашку наносить на волосы, ни лак, ничего. Вот просто посушила феном и все. Девчонки, я прям, ну не знаю, удивлена, потому что мне кажется, что это не мои волосы. Я в шоке. Обычно я сейчас большое количество не смывашек использую, либо масочки. Волосы абсолютно живые. И они так классно ложатся. Шампунь, кстати говоря, пенится средний. И я наносила его 2 раза, да? Первый раз и еще 2-й раз как следует промыла. А бальзам действительно хватает 2 капелек. Я нанесла 2 капельки на ладошки, растерла, прошлась по волосам и все. И шок был, во-первых, ну, я опять блондинка, у меня волосы покрашены, да, а тут хватило одного бальзама, чтобы так напитать и создать такой, сделать блеск, да, на моих волосах, без всяких там несмывашек, масок и так далее. В общем, я очень удивлена, девчонки, это какое-то тоже новое слово в уходе за волосами, мне понравилось безумно. Они легли так, как надо. А обычно шампунь для жирных волос, он как-то слегка подсушивает, пересушивает, да, он и должен это делать, а здесь хорошо промывает волосы, солнышко, хорошо промывает волосы, но нет такой, знаете, такого ощущения, что после него надо срочно наносить какую-то масочку или бальзам, чтобы можно было вот так вот, чтобы пальцы прошли сквозь волосы. Нет, волосы все равно какие-то такие естественные, мягкие, а после бальзама, девчонки, вообще какая-то сказка. Хотя при нанесении на волосы, да, после растирания в руках, было такое ощущение, что его маловато. Я проходилась по волосам руками, и не было вот этой вот, знаете, скользкости, как после силиконовых бальзамов. Но это и круто, это действительно круто, потому что я уверена, что здесь, если есть силикон, ну, скорее всего, их и нету. В составе нужно поизучать, а если есть, то в минимальном количестве, и это супер. Такой вот уход делает такими классными волосы мои. Я прям, девчонки, очень сильно удивлена. И мне безумно понравились оба эти средства. Пока сидела с масочкой, точнее, лежала на лице, девчонки читала каталог Эмонси, да, здесь расписано по каждому средству подробная инструкция, способ применения, для какой кожи подходит. Вот абсолютно по каждому средству. На что стоит обратить внимание? Состав каждого средства. То есть все настолько подробно и понятно, просто потрясающе. Вот прям забота о клиентах. Даже есть вот для заметок, то есть что-то для себя отмечать. И в конце еще этого каталога есть порядок применения продуктов косметической линии. То есть здесь для каждого возраста расписан уход дневной, вечерний, для кожи лица, вокруг глаз. Для какой кожи, вот все вообще, вот можно прям почитать и подобрать, помимо того, что консультанты на сайте работают, да, круглосуточно, с которыми можно связаться и задать вопрос, еще вот этот каталог, конечно, просто супер. Заказывать у этого производителя прям вот сплошное удовольствие, на протяжении всего заказа тебя сопровождает как бы консультант, да, помогает тебе что-то выбрать, приходит все замечательно упаковано, доставка быстрая, у меня была служба доставки с ДЭК, прям вот, ну, наверное, день-два, и вот эти вот пробнички, большое количество, которые положили в подарок, это вообще, ну не знаю,
Остается очень приятное позитивное впечатление, когда компания как бы дорожит каждым клиентом, заботится о нем, да, и старается, чтобы он остался доволен абсолютно всем, помогает подобрать индивидуально, да, средства какие-то. Поэтому вот прям одни положительные позитивные эмоции. Спасибо, Манси, за это. В целом, девчонки, от этой линейки, ото всей, у меня такое ощущение шоковое, скажем так, потому что, ну, этот уход отличается от всего того, что я делала до этого ранее. А крем, кстати, крем, мне кажется, что он как-то активизирует клетки кожи или еще что-то. Я чувствую, что у меня вот как бы румянец на лице, не захотелось наносить никакой тональный крем, ничего на лицо, так и оставила, и мне кажется, вот прям какой-то румянец, знаете, как такая смущенная девчонка, но классно. То есть продукт не просто испарился с вашей кожи, а вот уже прошло там, да, часа два после нанесения крема, и он работает, и я это чувствую. Это на самом деле круто. Я буду продолжать тестировать эти продукты дальше. И обязательно по прошествии какого-то времени, а может быть и по окончанию этих баночек, я в Инстаграм напишу свой полноценный отзыв, возможно, на каждый продукт отдельно. И, конечно, расскажу вам в пустых баночках. Пока меня просто эта продукция покорила абсолютно вся, и средства для волос, ну, прям наишикарнейшие. Наишикарнейший, другого не подобрать слово. Сейчас, кстати, на сайте Мансис, ссылочку на сайт оставлю под видео, проходит классный конкурс. Там участвуют все, кто сделает первый заказ до 7 апреля. В подарке три главных приза, там будут смарт-часы, Xiaomi Mi Band 5, по-моему, еще какие-то часики. И каждому, абсолютно каждому, кто сделает заказ, со вторым заказом будет классный подарок какого-то косметического продукта. Акция классная, акция супер, и длится она будет до 7 апреля. Ну и все, девчонки, я вам очень советую присмотреться к этому люксовому, просто обалденному уходу, порадовать себя и свою кожу, открыть для себя какое-то новое слово в уходе, скажем так. Мне все безумно понравилось. Буду с удовольствием пользоваться дальше. Ссылочка на сайт в инфобоксе и в прикрепленном сообщении оставлю ее тоже. Ну а я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.